Я единственный человек в Советском Союзе, который был студентом бюро факультета, был преподавателем за кафедрой. Было специальное разрешение Министерства высшего и среднего образования, чтобы меня разрешили студентам у себя в институте преподавать. Владимир Николаевич, вот еще по поводу вот многообразия техник в одном уроке. То, что мы сейчас сказали. То есть да. Вы сторонник за то, чтобы показать много, и кто-то выберет что-то. Каждый выберет то, что ему удобно для его организма. Один высокий, другой широкий. Для них один и тот же прием, который я показываю, они по-разному усваивают. Некоторым он вообще не нужен, понимаете? Пустая трата времени. Хорошо. Ты руку заправь под бедро, еще лучше. Попробуй. Вот, видишь, сразу болевой получается. А, у нас тут движение, наверное, сложновато, но... Так, ладно. Давайте дальше, еще что-нибудь покажу. Желательно, если вам что-то понравилось, тогда вы приходите и записываете. Я уверен, что одному понравится, другому понравится. Потому что вы все разные, ребят. Вы физиологически разные, конституционно разные. Один широкий, другой высокий. Поэтому всю технику, которую я показываю, вы не запомните. А запомните там одно, два, может три движения. Понятно, да? Поэтому то, что вам понравилось, пришлите домой. Описали, как вы понимаете это движение. Потому что через неделю все должно. У меня учитель литературы говорил очень просто. Самые плохие чернила лучше любой памяти. Опять продолжаем отворот. Отворот. Давай вот с этого лучше начнем. Я вот справа стоящий. Опять я говорю, ребят, все. Самый главный захват вы должны освоить отворот. Не вот здесь он будет бороться, вот руки ищет, ловите, он отрывает, ногти вам срывает и прочее. Самый мощный отворот. Еще не знаю, я не показал, да, вот можешь показать, как брать отворот. У меня он так называется троечка, это движение. То есть мы боремся, да, мы боремся. Вот он все время закрывает вот эту часть. Правильно? Я вот как раз пускаю свою правую рабочую руку, как бы пугаю. Он закрывается, а вот здесь он все время открыт. Вот я показываю. То есть вот троечка. Раз, два, три. Я взял захват от ворот. Опять боремся. Оп! Видите, я взял захват. Все, я всю ситуацию выиграл. Опять обратите внимание, я на него ни миллиметра не делаю вперед. Наоборот, все время к себе. Боремся. Поймал. Все, я все выиграл. Вот он удушающий пошел. Можно болевые, кулаки, там все что угодно делать. Понятно, нет? То есть вот здесь вот, внизу вот на животе, соперник никогда не может все закрыть. Возьмите здесь отворот. Вот он отворот, уже тяги есть. Шаг делал назад, потянул, перехватил. Ни в коем случае его не давить. Вот так вот берется отворот. А так вот хороший мастер, он не даст отворот. Он не даст, он будет все время закрывать. Вот он, наверное, руку не дает. Молодец. Вот видите, все, опять мой захват. Он никогда не удержит ответ. Попробуй, может получится. Ну, хорошо. Молодец. Если так будешь сдергивать, молодец. Но... Сразу с переводом фактора. Не спеши. Бороться не надо, отработку. Почувствовать, понять.